Кузь за Potion Permit, на связи Чандра Ульмина. Здравствуйте. Так, алярма у нас нету, но наша задача следующая, ребят. Мы по 4 ягоды в день можем собирать. Вот, 4 места ягод обозначено. Нам нужно найти записку, нам нужно к столяру будет сходить. Нам нужно будет, возможно, мы сможем этот квест сделать, поглядим, да? Вот этот. Mm-hmm. А может быть потом и вот этот. Нам надо бы можем пятую записку найти. Сейчас еще раз внимательнее. Ладно, погнали. Пока что погнали. Там мы в 8 утра тогда к столяру пойдем. Угу. Вниз сходим, тут посмотрим. Мы узнали, как вот эти штуки называются. Они называются коблины. Через кей. Это вот здесь вот показывается. Вот они, монстры. Вот он. Коблин-ассасин. С щитом и мечом это ассасин. Просто если вдруг кто скажет, что это воин, ребят, вы ошибаетесь, это ассасин. Кстати, у нас тут мы не зачитывали пару штук. А кого мы не зачитывали? Мерси мы не зачитывали. Мерси, как всякая мать, озабочена здоровьем своих детей. Она хочет, чтобы Люк набрал вес, а Лора подросла. Зная, что Зеливар умеет готовить всевозможные средства, она обратилась за помощью, а взамен пригласила на семейный ужин. Мы хоть поели? Да, по-моему, да. Матео сходить, так, сходить, к Марте надо обязательно. На свиданку, может быть, уже, да? Лора. Лору чаще всего можно заставить за игрой в прятки с Руса. Она часто проигрывает, но не сдается. Ей интересно придумывать новые места, где можно спрятаться от Руса. Так, продолжаем опять-таки обыскивать сюда. Ну, берешь собачек жалко. Во-во. Закрыто по вторникам. У нас квест. У нас квест. Но мы же не за покупками. Мы за квеста, да. Почему ты стучишь по камню, у меня звук как по дереву? Потому что мы рубим. Мы рубим камень и... копаем древесину. Копаем древесину, да. Не дерево выкапываем, подкапываем, а именно копаем древесину, ребят. Так это работает. Эй, ты чего делаешь? Тебе нужно открыть старый полицейский шкафчик. И почему мне кажется, что это нехорошо? А, да ладно, шучу. Вообще-то я ждал тебя. Осман сказал, что ты придешь. И вот список того, что мне нужно. Конечно, конечно. Сейчас мы офигеем от списка. Мы почти офигели, кстати. Зачем она сюда пришла? Закрыла вообще-то. Может быть, она любовница не только Османа, но и Рейнера. Кусочек золота и лесной плод. Лесной плод раздает крот. Кусочек нет. Золота? Нет? Почему нет? Лесной плод раздает штука, которая взрывается. Ты уверена? Крот дает фундук. Хорошо, хорошо, не буду спорить. Так. Вот этот дает. Угу. Под углом, Сань. Я думаю, в одни и те же туда. Да, это лесной плод. Че, не обманула, что ли? Ого. Кусь. Так. Раз. О, господи. Так. Вот мои. Хотя, если... в жопу так забьем просто. Палец большой. Так, нам нужно еще золото. Золото добывается из камушков. Большие камушки. Где? Вот они. Сейчас становится... Ага. Все, и крота еще. Кусочек золота сейчас раздобыли. Остался только последний плод. Плорт. Плорт? Да, это не плорт. Печатать быстро белый. Чего? Раз, два. Все, добыли. А в чем смысл писать именно так? В том, чтобы я заморачивалась и читала медленно. Челлендж, да, придумали. Кто не понимает, кто слоупок, тормоз, недалекий, ну и... Ну, короче, кто смотрит это в записи, ребят. Это у нас на стриме моменты игры там, блин, и прочее.
Сейчас плохо, надо собаку накормить. Какое? Физически. Там ошибка. Вот это да. Физически. Ски. Трюфели копает? Трюфели копает, да. Ага. Не, хорош. Собак прям хорош. Молодец. Мы снова с вами. Молодец. Нет, так не на листик. Так. Это же неудобно. Это нужно отнести Рейнеру. Неудобно, но интересно. Что-то сейчас последнюю ягоду. Сыр, 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 сыр. Последняя ягода на сегодня. Да, угу. Вроде бы да. Ну, раз уж мы здесь соберем еще камушек. Обязательно. И дерево вот это большое. И дерево. Это наиболее выгодно собирать именно вот. О, так. Привет, шакал. Шакал, вот он же. Да-да-да. Так, побежали да. сюда. Рейнер. Так. Рейнер. О. Причем не к Рейнеру, а просто в магазин. Достаточно. Это да. Стул изучает. Тьфу. Мышка бегает. А, здорово. Как дела? Хорошо, наверное. Что происходит? А, тут просто... Ну, в общем, мой чертежный стол слегка устарел. И я немного нервничаю. Вот бы у меня был новый чертежный стол. Жить бы стало намного легче. Я бы мог тогда быстрее проектировать всякие штуки. Мне как раз куча заказов висит. Если честно, я знаю, что для этого нужно. Да, для улучшения стола мне бы потребовалось куча всяких материалов. У меня есть идея. Слушай, у тебя случаем не найдется на это время, а? Ага. С обновленным столом я бы усовершенствовал мебель, механизмы. Да и вообще весь Лумбери ко мне в очереди выстраивается, когда речь идет о проекте. Вот оно. Конечно, конечно. Отлично. Это оно. Небось, мне не горит. Вот список нужных материалов. За них я тебе, конечно же, не заплачу. И скидку на будущее, конечно же, не дам. Найдешь меня, когда все соберешь, ладно? Конечно, конечно. Это оно. Это оно. Может, кузница тогда? Давай кузницу еще сходим. Ну ладно. Ну а вдруг? А, мышка. Да, 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 да. Что да, ж такое? Да, да. О, Рейнер тут. Вездесущий. Бегает. Вот. Как насчет небольшой скидки найти инструмент? Я ведь постоянный клиент. Ну, к тому же, мы почти коллеги. Думаю, мы даже можем сотрудничать. Нет, мы не даем скидок на наши товары. Цены для всех одинаковые. Без исключений, юноша. Все должны усердно трудиться и платить столько, сколько положено. Никаких поблажек. Прости, Рейнер, ничего не поделаешь, мама сказала свое слово. Я с ней согласна. Ну ладно, ладно. Они мне очень нужны. Но я уважаю твое решение, надеюсь, мы еще вернемся к этой теме. Чат, финиш, пожалуйста, хватит. У меня уже глаза болят. Так, это раз. Это два. Не надо, пожалуйста. Я понимаю, что я... Можем ли мы это сделать, нет? Да какая в жопу Хильтруда? Купить хочу. Стальные. Требуется улучшение кузнеца, это понятно. Ну и как мне... Вот. Еще раз! Да. Хватит. Нам и правда нужно как можно скорее починить кузнечное оборудование, иначе потеряем качество. Может, попросишь Фореста быстрее прислать нам материалы? Я уже пыталась, но он сказал, что у него нет времени. Ничего не успевает. Ему явно нужны помощники. Все, напали женщины. О, привет. Что-нибудь нужно? Может быть, тогда поможешь нам? С чем вам помочь? Ты серьезно, думаешь, он нам поможет?
Ну почему бы и нет? Дело касается всех, и в итоге он тоже выиграет. Послушай, нам нужны материалы для починки старого оборудования. Если все получится, мы сможем создавать еще более качественные вещи. Мы тогда и твои инструменты сможем улучшить. Конечно же, без скидки, ведь ты не заслужил. Звучит неплохо, правда? Конечно, конечно. Отлично, найди меня, когда соберешь материалы. О, собрали материалы. Нам нужен... Не-н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 е
Я понимал. Мы собрали материал. Мы не собрали материалы. Там для кого-то мы собрали материалы. Мы не собрали материалы. Сейчас увидишь. Мы не собрали материалы. Квест-то выполнился какой-то. Это один и тот же материал. Это слитки золота, которые мы сейчас отдадим Рейнеру. О, нет. Опять. Кто-то разворошите мусорную корзину от Мара. Наверное, из-за запаха объектов. Отмар наводить порядок снова и снова. Может, Отмару закрыть крышку в следующий раз? Было бы хорошо. Угу. По всему городу вот подобная мелкая фиготень будет, да? Ну, видимо, да. Так и где он? А все. Там, скорее всего, в рыбной. Скорее всего. Сейчас увидишь, у нас нету материалов, к сожалению. Мы еще добудем это, безусловно, но материалов сейчас нету. Так, Лина сначала. Потому что Рейнер может нас перенести. Угу. Угу. Кстати, с ним тоже надо поговорить, к слову. И вперед. Да, видишь? Ого, уже все готово. Хорошо, пойдем. Я точно смогу сделать новый ключ. Но мне нужно время. Давай я позову тебя завтра сам, когда закончу, ладно? Конечно, конечно. И для этого ему нужны были фрукты и золото. По-моему, я чувствую обман. Ну, фрукты на покушать. Угу. А золото... Откупиться. Да. Хочу кое-что узнать о растениях. Думаю, у тебя найдется ответ. Пожалуйста, ко мне... Когда будет время, Мариэль. С 7 до 17. Мариэль, это кто? Это жена... Жена мэра. Мариэль? Да. Разве? Нет, разве? А, стоп. Мариэль, разве не жена мужика с фермы? Нет, там Мерси. Или... Мариэль, это... Видишь? А, кусок золота. Да. О, нет, ну не надо на меня кричать. Кричить. Так, Мариэль, где Мариэль? Тогда, Мариэль? Тогда, может, это девочка с... Нет, это Мальва. Что ж такое, они все на Мэ. Ну вот Мариэль, видишь? Это бабуля. Все, Сяо. Лора. Руссо. Со всеми, конечно же, нужно побеседовать. Угу. Дома у себя что? Что происходит? Он реально вездесущий. Ужас какой-то. Что такое? Так. Тебе все в порядке? Да, я починил крышу. Без особых усилий, всего лишь небольшая трещина на краю. Рад, что крыша не развалилась. Она сильно потекла во время дождя, и мне это не нравилось. Какого дождя? И откуда взялась эта трещина? Думаю, это все Дэн со своими пиратскими штуками. Лучше перенести его вещи в другое место. Я этим займусь. Что ж, если что-нибудь понадобится, заглядывай в магазин. Обязательно, да. Спасибо, Рейни. Угу. Вот она. Угу. Святослав, я, конечно,
не против спама, но спама смайликами здесь. Здравствуй. Как твои дела? Все хорошо. Раз уж мы встретились, можно тебя попросить? О чем ты хочешь меня попросить? Тебе не попадался хладоцвет за пределами города? Нет. Ой, как же мне не везет. Я подумывала посадить у себя в саду что-нибудь новенькое. И совсем недавно прочла в одной книге о прекрасном цветке. Давай я покажу тебе. Вот, взгляни. Вот этот цветок, он называется хладоцвет. В книге сказано, что он прорастает в окрестностях Лунбери. Который, видимо, зимним. Что? Это книга об истории Лунбери? О боги, действительно, это книга из коллекции мужа. Выходит, хладоцветы давно исчезли. Тогда понятно, почему они тебе не попадались. Сейчас порешаем там. С морозом. Думаешь, цветок можно восстановить, правда? Это было бы чудесно. В книге сказано, что эти цветы можно найти на Ледяной горе. Конечно, конечно. Буду надеяться на хорошие новости. Удачи тебе. Знаем, мы об этом знаем. Посетить юг горы. Юг горы. Какой сложный дом. Легко заблудиться. Так что мы еще хотели? Хотели хладоцвет, понятно, посетить юг горы. Золото нужно. Нужно больше золота. Сладкий древесный сок еще нужен. Где сладкий взять? Сладкий. Где взять сладкий древесный сок? Сладенький сок где? Что такое сладкий сок вообще? Сладкий древесный сок. Кислый вижу. Вот он сладкий. Не, ну тогда понятно. Большое дерево? Да. Деревья большие. Мне надоело. Полетели. Полетели. Сладкий? Сладкий. Отлично, все. Можно теперь. Еще золото же надо. Золото надо ищем. Так, давай сначала сюда. Это получилось нам в юг войти или что? Или нет? Я не знаю. А мы где? Мы на юге? Мы недостаточно в юге. Во! Задание хладоцвет. Это сюда. Хорошо. Погнали. Так, ассасин. Ну, прекращай. Ассасин. Кашишин. О! О, тут цветочек растет. Угу. Один. Угу. И то. Странное растет. Вездесущая мальва. Почему я ничуть не удивлена, что встретила тебя в таком месте? Кто бы говорил? Во-во, мы тоже ничуть не удивлены, что встретили тебя здесь. Это же хладоцвет. Жаль, что из-за плохой погоды их в последнее время становится все меньше. Температура почвы тоже падает, и ситуация ухудшается. Сейчас мы как-нибудь порешаем эту проблему. Хочешь восстановить хладоцветы? Ого, это так здорово. Ладно, можешь взять этот цветок, разрешаю, но обещай, что обязательно справишься, ага? Конечно, конечно. Все, забираем мертвый цветок. Извини, здесь я тебе не помощница, не особо разбираю свойствах почвы. Может, спросишь у жителей, наверняка кто-нибудь знает больше. Окейушки. Мертвый хладоцвет. Так, мы можем отдать Рейнеру. Нам с Мартой надо поговорить, кстати. Прям очень надо. Так, с Рейнером же нужно поговорить. Да. А Люк нужен. Гертруде пока мы не можем ничего дать. Нужен Люк, который может быть вот здесь. И нужен Рейнер. И Марта. Марта просто обязательно нужна. Где Люк? Где? Ой.
С этим тоже надо поговорить. Так, где люк? Где люк? Где люк? Где люк, где люк? Ну? Он сидит здесь? То есть люк... На я тебя понял. Ну, видимо. Так, приятного аппетита, мерси. Вот он. Держи. У тебя вопрос по поводу почвы? Давай, я с удовольствием отвечу. Прошу, следуй за мной. Туда, да? Нет? Так, что у тебя за вопрос? Странно. Что там на ледяной горе? Цветочку плохо! Это цветок, секунду. Судя по его виду, цветок страдает от недостатка питательных веществ. Вынужден подтвердить твои подозрения, дело в почве. Этот цветок с ледяной горы, да? Скорее всего, из-за холодной погоды растение не получает достаточное питание из почвы. Питательного питания. Это удобрение по моей личной формуле. Мы используем его здесь, на ферме. Очень помогает. Поэтому я достал его из книжного шкафа. Вот только вопрос, будет ли оно действовать также в холоде. Возможно, тебе стоит попробовать изменить удобрение, чтобы оно работало в холодной почве. Уверен, что тогда цветок может получить все необходимые свойства. Большего приложить не могу, надеюсь, это сработает. Хорошо, попробуем. Позакрывали двери. Открыто было. Так, Рейнер нужен. Прям вот очень. Наверно. Марта нужна. Прям вот очень. Наверно. О, Асма. Говорили. Марта! Лунчи. Тебе, мои хорошие. Тебе. Ну-ка, поговорить. Бульк. Опа. Опа. Хорошо. До завтра. Йорн. Да, вас не дает качество, я не знаю, что с ним. Кстати, странно. Ну, видимо, проблема какая-то. Ребят, не в курсе. Рейнер. Рейнер. Есть. Да. Снизу играет, что ли? Видимо. Вечно мы не там. Ой, Гертруда чего от нас хочет? Ей можно квест дать уже? Нет, вообще-то. Вообще-то нет. Может, она просто подсвечивается как... А где Рейнер-то? Вот именно. А где он? Стоп, на верхних этажах? Он здесь живет? Нет. Посмотри все комнаты. Пройдись. Так, еще раз, Рейнер. Так, Шихал. Где Рейнер? Он здесь. Да ну не может же быть он. Да и на кухне не можем. Славный денек, вообще прекрасный денек. Нет, так-то денек действительно замечательный. Отличный денек для рыбалки, как говорится, да? Да нету. Ты же не все комнаты прошел. Да нету его. А внизу? Нету. А где он? Я не знаю. Что мне а делать с этой... А на Рейнера битой? Нажимаешь? Да вроде. Рейнер. Ага. Все. Ага. Еще раз. Сломался. А, он сломался. Рейнер исчез. А может, кстати, Рейнер реально исчез. Может, он в какой-нибудь катсцене. Я не знаю. Ладно, давай добьем энергию. Там посмотрим. Чуть-чуть под... Исследовать холодоцвет.
Угу. Исследование завершено. Земля. Так и повисла. Так, жидкое удобрение. Угу. Даже в самую твердую почву. Нужен только огонь и воздух. Язык. Ого! Ого! 4 штуки аж. Ого! Прямая. Ого! Ой, какая классная штука. Ого! Вот это, кстати, нам надо было раньше, помнишь? Угу. Роза классная. Угу. Да тут много чего классного так-то. Да, ну, конечно, волка ради вот этих двух штучек убивать такое развлечение. Да, давай так пока. Давай. По-хорошему бы, вот прям по-хорошему, нам бы вот это идеально бы сюда вошло. Может, тогда завтра сделаем ее. Убьем эту штуку и сделаем. Может, нам хватит так-то? Нам может не хватить в целом. Нам реально может именно не хватить сложности. Возьми вон ту четверку. Нет, лучше тройку. И еще слизь. Ну, давай. Остается два элемента всего лишь. Угу. Можно вот как раз-таки розу и вот этот мех, который был нерациональный. Можно. Все зеленое. Но хотим ли мы? Может, да можно раз... как-то подешевше? Куда дешевше? Некуда дешевше. Неоткуда. Ну и ладно, давай тогда действительно роза и нерациональный мех. Бам! Угу. Все просто. Угу. Зеленое. Но это же удобрение, поэтому логично, что мы это сделаем из зелени. Это, зелени, да. Из воздуха. Из воздуха сделали. Посетите юг Ледяной горы. Обязательно. Как скажете. Но попозже. Пока спать. Баюшки. Турум. Алярма! Подождать, пока придет Рейнер. А, он пошел изготавливать, и из-за этого у нас... Ясно. Он сам же сказал, что позовет нас. Он пропав.